Всем привет! Сегодня будем готовить рассыпчатый плов с курицей в духовке. Готовить его проще простого, а получается очень вкусно. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В миску с куриными бедрышками добавляем 1/2 чайной ложечки соли, 1/2 чайной ложечки перца, 1/2 чайной ложечки куркумы, немного подсолнечного масла. И хорошо натираем каждый кусочек специями. Отставляем в сторонку мариноваться, а сами займемся овощами. Лук нарезаем полукольцами. Чеснок пластинками. Морковь трем на терке для корейской морковки. Теперь разогреваем сковороду, вливаем в нее масло. Нагреваем его. Отправляем туда лук. Жарим его до мягкости. Добавляем морковку. Жарим еще 3-4 минуты. Добавляем чеснок. Жарим еще 2 минуты. Засыпаем сухой рис. Добавляем оставшуюся соль, перец, куркуму, а также хмали-сунели, гвоздику и лавровый лист. Перемешиваем и даем рису пройтись этими всеми специями минутки 3. Воды не добавляем в это время. Дальше выключаем огонь. Выкладываем сверху на рис бедрышки. Заливаем водой. Накрываем форму фольгой, блестящей стороной вовнутрь. И отправляем в разогретую до 200 градусов духовку ровно на час. По истечении времени убираем фольгу и продолжаем запекать еще 30 минут. Вот и все. Рассыпчатый плов с курицей в духовке готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.